В нее вошли прокурор края, начальник полиции, а также руководители управления ФСБ и Следственного комитета. Возглавил рабочую группу Вениамин Кондратьев. Эта координационная группа в рамках своей компетенции будет давать оценку каждому чиновнику или представителю строительного бизнеса, если его действия повлекли нарушение прав дольщиков. По-другому не нужно заходить на рынок долевого строительства. Не нужно. Потому что проблема, каждый застройщик должен понимать, проблему, чтобы он себе не создавал, ни себе, ни людям. Координационная группа по защите прав дольщиков займется каждым проблемным домом, пообещал глава региона. Также для помощи людям, купившим квартиры в долгостроях, создана общественная организация «Кубаньстройнадзор». В нее можно будет обращаться за поддержкой в решении спорных вопросов.